УЕФА открыл дело против Ромы из-за символики ДНР на матче Лиги чемпионов 6 апреля 2018 года, 13 часов 31 минута. Футбол, Лига чемпионов. УЕФА открыл расследование в отношении Ромы в связи с появлением символики ДНР на матче Лиги чемпионов. Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало расследования относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины в Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена ФРИ. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации, цитирует президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко пресс-службы организации «Источник», официальный сайт ФФУ сообщить об ошибке комментарии 06 апреля 2018 года.